Привет всем, вы на канале Просто Детки, и после долгих майских праздников у нас новинка в Шарараме. Мы летели домой, и тут наша планета Зябра пропала с радаров. А зябрийские цветы чувствуют планету и помогут подсказать, где она. Но я рассыпал их семена, когда мы заходили на посадку. Найди ростки цветов, вырасти их и помоги узнать, где сейчас Зябра. За это я подарю тебе смешутку или костюм. Так, а их интересно... ну хотя бы 5 штук, да, то я думал, там может 50 штук собирать там по всему Шарараму в разное время, в разный день, как говорится, да, это было бы неинтересно. Получается, смешутка Зябра-ёжик. Прикольная смешутка, классная. И костюм Зябра-ёжик, тоже классный, кстати, да, хочу уже переодеться. Давайте понаходим все и будем переодеваться. В обновке. Что у нас еще нового? Шарафон, клуб на курорте нет. Только этот квест. Кстати, завершили соревнования по бодным танцам. Я вот в обзоре тогда один раз сыграл и больше не заходил. Но мне повезло, видно, группа была не очень сильная. Как видите, за один заход всего лишь я получил костюм «Танцуй». То есть вот такие вот кроссовки, там футболка, да, чмайка и кепка, классно. Ну и, соответственно, Лебединое озеро пойдет. То есть я даже не рассчитывал на это, да? В общем, здорово. Хотел сказать, хоть бы один цветок увидеть, чтобы знать, как он выглядит, потому что прошел 3 локации, не было ни одного. Но вот диско, площадь... получается, поливать нужно. Обалдеть, как его поливать? Берем лейку и поливаем. То есть она у нас с собой была, да? Так, и что еще раз? Через 10 минут, хорошо. Ищем остальные. Вот на автодроме тоже есть цветок. И вот тоже поливаем. Жалко, что нельзя ускориться, да? Придется немного времени ждать. Третий в ромашковой долине. Но дело в том, что пока я найду остальные, первый там уже почти поливать нужно будет, так что не так уж много времени это все дело и займет. Отлично, третий полили, еще 2. В лесу, вот как он спрятан, смотрите, сразу его так не поймешь, если бы нет этот фиолетовый такой оттенок яркий, да, то можно было бы не заметить под пеньком. Когда польем, то, конечно, уже его видно хорошо, а когда вот он маленький, то можно и пропустить. Я, кстати, на пляже не заметил цветок, хотя на пляж я заходил первым. Может, там кто-то из смешариков стоял, поэтому я не увидел. В общем, неважно, нашел 5-й. Теперь у меня есть время, чтобы почитать ваши сообщения, ваши подарочки, там, целых 10 минут. Для начала заявки в друзья, я уже их давно не принимал, наверное, целую неделю, да? Посмотрим, сколько изъявило желание. 151 человек. Ну, хватит, да? Я думаю, не у многих столько друзей вообще в Шарараме, а вот по столько друзей за неделю добавляется ко мне. Дальше, ваши подарки. Спрячусь в своем домике, а то там много народу тормозит, а потом подарки уже будут. Итак, подарок от Лизы, позитивная энергия, богиня Марии, Армат Аш или Н, Ксандер, Асеми, Акалянчик, Эумисом, Эндо или Эндо, Эндо, наверное, Леди Суперкэт, Робит, Хеллбокс, Лиза... Артём, Митя, Волшебник, Андрей Джи, снова Лиза, еще одна Лиза, Тигра Геймс, Вики Шоу, Лера Кот Лав, Агент, Айнур Офишел, Соня Лайм, Амина, так, Амина, принимайся, Мария Икс, Черта 01, Алина Кошка, Агата, Паста Барила, Люба СПБ, одна, остальные, к сожалению, не поместились. Кстати, в домике вот народу вроде бы и много уже, но пока еще не тормозит. Давайте ваши открыточки. Открытка от Алисочки. Злобикус Ум, Ломанов, просто Лаки. Сразу вспоминается игра Lucky Tales, которую я записывал уже 2 раза. Боб Пожарный. Ахташка было.
Вынужден домик закрывать, потому что когда заходит много народу и включает эту музыку, вот когда танцует персонаж, и она очень громко орет, потом приходится видео перекрикивать ее. Домик закрыл, никого нет, так что уже сори, благодарите тех, кто вот мешает. Итак, открытка от Пенюги, от Евы, Эомисом еще, по-моему, было, Кубик Рубика, Мега Хог, Лиза, еще Лиза. Постоянно Лиза эти вместе. Я не пойму, что один человек играет с тремя аккаунтами. Да, поздравляю с праздниками, тоже всех с праздниками. Крош Аутяга. Линдфар. 3D, Смеш 3D. Миша. Митя. Одинаковые открытки, кстати, взял. Три было подряд, хотят разных персонажей. Мини-кошка. Джо-Джо Сива. Вокалоидс. Матвей, Люба СПБ. Ну вот, пока все открытки. Я потом сообщение почитаю, домик открою снова. Пока я разбирался с вашими подарками и открытками, вот уже цветки можно поливать опять. Он и так большой был, а сейчас он еще больше вырастет. А, он просто распустится. Хорошо. Так, второй цветок на автодроме поливаю. Есть такое. Распустился. А здесь это отображается, да, вот даже статистика, да, какие политы, какие не политы, там какие же. Один раз политы. Так, третий у меня в ромашковой долине. Поливаю. Так, осталось два еще в лесу. Под пеньком он здесь вырос. И последний на пляже. А, кстати, кто-то на майские праздники уже загорал на пляже или нет? А, может, у кого-то уже тепло, а у кого-то еще холодно. А, молодец, ты вырастил зяблийские цветы. Скорее кликни на них и расшифруй сигнал. А, так, на каждое 5 отдельно, да? А, теперь нужно 5 типа таких вот заданий проходить. А, найди цветы, у которых нет пары. Сложи слово из букв и узнаешь, какое небесное тело сейчас хорошо видно с зябры. Итак, желтенький цветок пара есть. А потом оранжевый тоже есть пара, да? Получается. Стоп. Не пойму я немного. Так. Если брать по листьям или по цветкам. Странно. А, наверное, нужно брать все вместе. Вот получается. А, голубенький цветок и листья фиолетовые, это пара, да, вот буковка С и Т, это нам не нужно. А затем, где еще пара есть? Вот получается буковка Д и буковка О, это тоже пара. А голубенький цветок и коричневый стебелек тоже пара. Получается А у нас без пары, А У без пары, Н и Л, да? Луна. А, точно, луна. Ой, сейчас бы ошибся. То есть сразу как-то не въехал в тему в эту. А, луна, молодец, продолжай разгадывать цветочные сигналы, скоро мы узнаем, где зябра. Так, идем к следующему цветку. А, прочти послание с помощью зяблийского дешифратора и узнаешь, в какой галактике сейчас находится зябра. А вот у нас буквы, здесь перевод. Так, а там сбоку надпись, да? Получается, наверное, Млечный Путь, да? Скорее всего, сейчас я проверю. Н, чтобы потом не ошибиться, Млечный, ну, путь тут, я думаю, Млечный Путь. И без дешифратора можно все понять. Молодец, продолжай дальше разгадывать. А следующий цветок. Реши пример и узнаешь, на каком расстоянии от нас сейчас находится зябра. Получается у нас 88 мы делим на 11, и 55 отнимаем 48, а потом между собой их разницу выводим, да? Так, в скобках у нас получается 55 минус 48 это 7, а 88 делим на 11 это 8. 8 минус 7 получается 1, да? Это что? На расстоянии чего один?
Один сантиметр, один километр, один год звездный там какой-то или что-то еще. А, так, вот я в лесу. А, вставь пропущенную цифру и узнаешь, возле какой по счету планеты находится зябра. А, итак, давайте выводить закономерность. 96, 88, 8. Получается, наверное, 96 минус 88 получается 8. 80 минус 75 получается 5. А сколько нужно, чтобы получилось... Сколько нужно отнять от 112, чтобы получилось 109? Это очень просто. Мы от 112 отнимаем 109, у нас получается троечка, да? Возле третьей планеты. А кто знает, какая третья планета у нас в Солнечной системе? Напишите это в комментариях. Так, и последний цветок. Вставь в слово пропущенные буквы и узнаешь, как называется система звезд и планет, в которой сейчас находится зябра. Так. Ну, система, да, солнечная. То есть, это где-то рядом с нами, да? Оказывается. А ты расшифровал сигналы всех цветов. Скорее беги к Зюзелю старшему и узнай, где зябра. Возвращаемся на главную площадь. Тут Зюзель старший. А может, зябра вообще у нас находится сейчас на земле? Как-то так. А по показаниям цветов, зябра сейчас прямо возле земли. Легенда о живой планете оказалась правдой. Древние зябрийцы верили, что зябра — это гигантский ежик, который просыпается раз в 1000 лет, чтобы поесть. А если он подлетел к земле, он ее съест. Спаси землю, уговори ежика умерить аппетит. О как, я думал, все такое веселое, все так весело начинается. Оказывается, что... Я думал, зябра вообще маленькая, если честно. Ну ладно, решим эту проблему быстренько. О, осталось дней 13, только что было 14, перелистнулось. Поговори с зябро-ежиком в полевой обсерватории. Давайте поговорим, как мне с ним говорить. А твоя планета так вкусно пахнет хлебушком. Отойди, сейчас я начну ее есть. Или может, ты предложишь мне кое-что повкуснее. А собери тортики в джунглях, а после книг на зябра ежика, чтобы покормить его. Ух ты. А, поехали в джунгли. На нашей красненькой Феррари. Так, сколько здесь тортиков? Один тортик. Ого, 15 минут. Два, три, четыре. 5 тортиков, да, то есть здесь удвоение не проканает, то что с шаром карты такого здесь, наверное, нет. А, да, видите, вот только 5 из 10. Так, ну ладно, тогда я пока все-таки прочитаю ваши сообщения. А еще, наверное, я переоденусь вот в тот прикид, который мне дали за танцы. Майка Jump Style. Бейсболка Break, вот как раз такой он, модный летний прикид. И кроссовки Shuffle. А, отлично. Так, теперь нужно мне... А уши как-то можно снять? Не снимаются, ладно. Пока сниму уши. Так, уши, уши, мои уши. Вот. Теперь имидж. Что мне сюда? Нужно мне... прическа какая-то, да? Так, какая сюда прическа подойдет? Слушайте, ну прикольно. А, лед и пламень, да? И хотя вот это тоже... Цветной ирокез подходит. Ха-ха, класс. Кстати, ирокез мне больше нравится. А, бейсболка молодость. Нет, как-то сюда не смотрится. Пока оставляю ирокез. Чтоб мне сюда еще. Умник. Ох ты. Инопланетная прическа. А, не, ну как-то чересчур. А, так, дальше. Дальше, дальше, дальше. Герой комиксов. Кстати, классно смотрится. Не, ну это чересчур. Сюда не подходит. Артур. О, вот это вообще идеально просто, как по мне. Жонглёр можно, да? Нет, все, не буду дальше искать, прическу Артура оставляю. Может, конечно, что-то лучше у меня есть, но не буду время тратить. А так, дальше очки нужны. По-моему, без очков классно, да? Хотя в очках тоже классно. Причем можно дальше даже не искать их там. Вот эти оставить. По-моему, идеально подходит все. А фон нужно сменить и спутника другого взять, да? Начнем с фона. Какой-нибудь сюда спортивный фон, наверное, нужно. Не так уж их и много, хотя вот можно вот так фон цирк. Он не сильно красивый, как по мне, в данной ситуации.
А что мне такого себе взять? Не знаю. Мне вот этот очень нравится подводный. Он, может, сюда не сильно смотрится, но вот классно. Все. И спутник, спутник. Кто у меня хочет быть спутником? О, моя. Точнее, мой любимый Лори, Леня. Отлично. Все, переоделся. А теперь ваши сообщения. Постараюсь кратко. А вот так, видите, я выгляжу переодетый. По-моему, нормально, да? Если вам нравится, ставьте лайк. О, класс. И танцую такой, да, как не отанцевался на модных танцах. На-на-на. А, так, взял свой любимый шарафон старенький в виде ладошки, да? А, передай привет, пожалуйста, Лиза. А, привет передаю и сообщение. Подарок у тебя был и открытка. В общем, привет еще раз. А, продолжай снимать время приключений, пироги и подвиги. Но не знаю, пока не обещаю, потому что я в последнее время меньше стал записывать на этом канале, как бы. Пока просто нет времени у меня для этого. А, когда Rumble Stars? Ну вот, то же самое из этой серии. А я ролик выложил по Rumble Stars, просмотром по нему почти не было. А, поэтому навряд ли я буду продолжать его записывать. То есть я сейчас записываю те игры, которые больше нравятся вам, которые вы смотрите. Вот тот же Шарарам, то есть по Шарараму вы смотрите его, я его записываю регулярно. А вот Rumble Stars записал, просмотров почти нет, то есть и больше я его записывать не буду, наверное. А ты собрал под водой для ежика рыбок? Не знаю, никакие рыбок я не собирал. На рыбалку ходил, но это не для ежика, это для кота Васи. Рыбка. А, так, продолжи Kick the Buddy и передай привет. А, ну вот Kick the Buddy я согласен, да, записывать еще. А как только будет небольшое окошко, обязательно продолжу. А, ну и привет, Пенюге. Открой домик. А не открою, потому что некоторые мешают мне записывать, включая громко музыку. Поэтому открою, когда запишу. А, у меня две ящерицы, кот и попугай. А, ну, а у меня в квартире газ. Хитер ты, а то я такой хитрый. А, привет, Драина. А, так, решил по новому шарафону на пляже почитать сообщение. А то в домике без музыки, правда, грустновато немного. Но дело в том, что когда я музыку сам регулирую, то звук нормальный. А когда вот вы включаете, то, конечно, это мешает. Привет, если ты делаешь видосик, если да, то скажи своим подписчикам привет. Привет, друзья! Так, Муника, почему я перестал отвечать в чате? Ну, когда у меня есть хоть минуточка свободная, ну, я отвечаю, честно. Но это бывает так редко, но поэтому не всегда получается. Простите меня, пожалуйста, я исправлюсь. Так, Верочка просит, чтобы я начал снимать Roblox. Да я и сам уже хочу снимать Roblox, как-то я от него вообще уже отвык, отстал от жизни. Кто не знает, у меня канал даже про Roblox есть. А, поехал джунгли, шифруюсь от этих активных любителей музыки. А, ну вот про Roblox времени просто не хватает. А, в последнее время в Roblox там такие игры бывают сложные, в них там разбираться нужно, там или симуляторы, в которых нужно там, допустим, сначала прокачаться хорошо, там потом уже записывать. А это все время, а времени, как я говорю, мало совсем сейчас, вот поэтому и не записываю. А, ну, буду стараться. У меня вот такой летний период, может быть, мало времени. Потому что все-таки на улице светлее, точнее темнеет поздно, солнышко, море, пляж, хочется погулять подольше. Кроме этого еще есть работа, и вот нет времени на ролики, на много роликов. Поэтому ты здесь начал ролики записывать короче, реже. Ну, все как бы меняется, да, в будущем опять буду чаще записывать. То есть, вот так пока. Так, ну еще. Привет, смешарику Уля 2151. То же самое, Ксюша, Лав, привет. И тоже про Roblox, да?
А напишите мне, пожалуйста, вообще про Roblox, какие сейчас там вообще карты популярные, какие записать. А то я давненько не играл, как бы вот. А в любом случае, Roblox я записываю на канале просто Roblox. Кто не знает, ссылочка в описании к видео есть. И на главной странице моего канала тоже ссылочка есть. А если не можете найти, пишите, я объясню подробно более. Ну и рекомендуйте, какие игры там записывать. Привет, Диана, которая... Ник, которая Ева, да, или Ева, которую зовут Диана. Так вот, просто Лаки, немного проблема с орфографией, но тем не менее, привет, я передам. Привет, можно вопрос, какую игру ты больше любишь? Ну, на самом деле, игры нравятся абсолютно разные. Вот сейчас мне нравится... Дворецкий и Садовник. То есть Дворецкого я записываю на этом канале, Садовника я записываю на канале просто три в ряд. Нравится мне еще игра Grim Souls, Выживание. Ее я записываю на канале просто Геймер иногда. То есть вообще много классных игр, на все просто на них нет времени. Ну и Шарам, естественно, тоже нравится, поэтому я его записываю. Отгадай загадку, напиши. Два яблока посередине гора, что это? Да что угодно может быть, мне кажется. Можете написать в комментариях свои варианты, а потом вот Путимоша скажет правильный ответ. Я у Вавик сообщение предыдущее с Новым годом, после этого уже в мае. Привет, прошу, передай мне привет. Ну, с Новым годом тебя и передаю привет. Привет, Крокоден, который Данил. Так, прошу купить карту на месяц, если ты выполнишь мои желания, то ты просто молодец. Ну, я не выполню это желание, но я все равно молодец. Ты вправду тот самый Ваня? Ты правда тот самый Решка или та самая Решка, да? Ну, конечно же, да. Я думаю, если даже остальные там как-то копируют мой ник, все равно как бы можно смотреть по персонажу, да? Вот, допустим... если кто-то создаст персонажа, похожего на меня, то вот... так, все равно не будет сразу 64 уровня, да? Ладно, тортики я собираю, вот они уже здесь все приготовились. Наверное, феечки готовят, да? Отлично, и давайте бежим, довыполняем наше задание сегодняшнее. Так, ежик, ну что, получай. О! Накорми зябра-ежика тортиками. А чтобы зябра-ежик наелся, набери 1000 очков за 1 минуту. Если успеешь кинуть тортик змейке, получишь дополнительные очки. Целься тортиком в рот, удерживая правой кнопкой мыши. Ну, в общем, это все понятно. Давайте пробовать. Ой, слушайте, нужно понять. Как-то оно так... Ага... Ай! Я что-то пока не сориентируюсь. Надо как-то... Ага, все, кажется, понимаю. Ай, мимо как-то... Сильно? Да что ж такое? Не-а. Мимо все летит. Не, я не пройду с первого раза. Не могу я понять, как это... Как-то оно тут все работает по-другому. Не так, как вот похоже эта игра. Почему-то... Ладно, кормим еще раз. Со второго раза я по-любому пройду. Так. Вот как-то... У меня... Не пойму, вот чуть-чуть что-то не так. Слишком это маленькое такое вот расстояние, в которое нужно попасть. Я просто привык от... Ну, похоже, вот игра была же, да? Там, где птички пели. Там все по-другому как-то работает. Почему здесь именно так вот? Нужно применяться вот. О! Так. Блин, мимо.
Слушайте, вот так можно? Оказывается, а я не знал. Вы поняли? Вот оно. А там, где они поют, так нельзя делать. Чё, так конечно, легко. Чё? Я сразу не знал. А ты накормил зебра ёжика и спас землю. Скорее, беги к Зизелю старшему за подарком. Ну что, погнали. Подарки-то всегда классно. Так, Зизель, давай. А нельзя по блату как-то там два подарка сразу? Нет, не хочет он давать. Ладно, давайте я возьму костюм зебра ёжика. Или давайте все-таки сначала смешутку возьму. А костюм я потом обязательно сам пройду и возьму, потому что мне одежда нравится, прикольная. Так, ну... В общем, вот. А, я на кого-то, на себя можно, нет? Ой, все. Меня нету, друзья. Пока-пока. Понравилось видео? Поставьте свой лайк и оставайтесь с нами. До новых встреч!